Давайте загружаю видео, я вам... Ой, показывала сейчас 21 градус, вот этот самый. Время 10 часов 30 минут, и показывала 21 градус. Сейчас снова включу. Цветочки их надо мне посадить. Сегодня у нас суббота. Вот такие вот, которые я купила. Сейчас пока покажу цветочки. Вот такие еще есть в Лидле. Я в Лидле покупала цветочки, не взошли. Почему не взошли, не знаю. Вот такой, я не знаю, как называется по-нашему. Ну, какой-то он красивенький, такой голубенький. Я не знаю, что это цветок такой. Это я купила уже его давно в практикере. И вот эти в практикере купила. Надо тоже посадить. Может быть, они взойдут. И вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти вот 1,60. И вот эти вот сколько-то чуть-чуть совсем стоят. Это вот в Лидле, а это в практикере я купила. Ну, смотрите. Упаковочка разная, цветочки, наверное, может быть, какие-то одинаковые. Может быть. Не знаю. У меня они очень плохо всходят, вот эти цветочки. Вот такие вот есть. Один цветочек остался внизу, в этом самом, в партере. Растет, но надо еще посадить. Так, вон, 21 градус, смотрите. Ой. О. Я заболела со вчерашнего дня. Вчера вышла на улицу, сейчас подождите. Утром в 7 часов открыла балкон, выхожу, а там такая вонь стоит. Знаете, как будто нас чем-то потравили. Вонь такая обалденная, обалденная вонища. Открываю дверь и вдыхаю этот воздух, и потом уже к обеду у меня уже горло начало болеть. Я говорю, блин, от такой вони, говорю, можно заболеть. Еще в себе, в мозгах своих подумала, и говорю, вот такой вони можно заболеть. И представляете, к обеду у меня уже горло свело. И вот сегодня проснулась утром, сейчас уже разговорилась, а утром вообще разговаривать не могла. Ну, пить уже больно, все. Со вчерашнего вечера уже все. Так поняла, что больно. Сегодня опять выхожу, опять воняет. И говорю, блин, да нас травят чем-то, говорю. Жара стоит невозможная, в Греции дождей нету. В Греции будет, наверное, засуха летом. Видимо, даже где Греция будет воду брать, я не знаю. Потому что в Греции все зависит от того. У нас здесь в горах есть этот, плотинка маленькая, и там заполняется водой в горах. Там, в деревню к нам, когда едете, в Мелину, там есть такая вот фигня. И там оттуда подается вода во все вот эти вот деревни, в Пилю, вот туда, вот дальше, туда, в нашем направлении. А воды нету, девочки, вода не пополняется, говорит. И будем, говорит, в этом году, говорит, у нас даже, говорит, не пить, не есть, не мыться, говорит, не будет воды. Будем подавать потихонечку, говорит, уже все, даже уже сейчас, в апреле месяце, говорят об этом. Представляете, что будет? Представляете, что будет летом, если будет такая жара? Это же... Нас, видимо, постепенно хотят всех уничтожить. Или от голода, или от холода, как говорится, и от этого самого, от болячек каких-то так. Нас поливают и посыпают. У меня горло, я сейчас начала больше говорить в видео. И у меня сейчас горло вот тут вообще встряло. Понимаю, как будто там ком стоит у меня в горле. Представляете, девчонки, мальчишки, как это так можно? Как вообще? Ой, ладно, я шила... Две блузки, сейчас третью дошиваю. Как только дошью, покажу вам. Видео посмотрели, да? Ну, я шила так себе, не по технологии. Одну блузку, так, знаете. Ну, ладно. Ну, ладно. Вон, видите, самолет летит вот там. На небе ничего нету, ничего этого самого. Голубое небо. Ну, в Греции всегда почти голубое небо. Редко когда бывает. Облачка. Солнце палит. Палит абсолютно. Ну, невозможно. И вонь стоит. Вот так вот проболтала с вами 3 минуты. А что сказала, что стоит вонь и солнце палит. Вайс. Что-то купил Вайс. Что-то там разговаривает. С Костасом. Мясо барашка купил. А здесь что? Что-то стучит. А здесь и опять что-то мясо барашка купил. Что-то он так много. Сыр здесь купил. Сыр. Батюшки, чего он здесь нам покупал целую кучу всего? А здесь что? А здесь что?
А, футер, творог. Сам творог. А здесь что? Чего он купил? Столько всего много. Я ему не сказала, что птенок купил. А здесь курицу купил. Цены видите, да? А здесь молоко. 53 евро за все отдал. А здесь молоко и хлеб. О, смотри, что падает, Константина. У нас были лимоны старые. Ну, как старые. Мы еще в деревне собираем. Просто вытащи эту коробку пальчиком. Вот так. Это самое в деревне. И мы же выжимаем сок, вот сюда вот процеживаем. Здесь у меня тарелка с этим. Не тарелка, а для половника. Тарелка. И все лимоны выжимаем. Костас и я моем, делаем. Костас помогает мне. И складываем. Складываем вот сюда, в мешочки. Эти мешочки вот такие вот, ячеечки. Вот такие вот. А что-то он вытек, да, Костандина? Утекает, что ли? И в прошлый раз он не вытекал. Или он провалился туда ниже, видимо. Ну, вот сюда вот штучка такая, здесь дырочка. Вот она. Сюда оставляете вот эту вот цедилку. Что-то оно вытекает. Ладно, ничего, потом снова зальем. Потому что надо будет нам в морозилку складывать это дело. На поднос я его все вот так вот выложу. И они замерзнут, а потом, когда надо будет, они будут замерзшие. Берешь, отрезаешь и добавляешь куда надо.